Руслан, что ты думаешь по поводу золотого тура в этом году? В этом году приедут еще больше спортсменов высокого уровня, и в абсолютной категории будет уже не так просто, думаю. Конечно, настраиваюсь, надеюсь на лучшее. Думаю, прошлые года ты на левую руку, скажем так, ну, старался не бороться. У тебя была там травма и тому подобное. В прошлом году я боролся, позапрошлом. Позапрошлом году. Как, что с этой травмой, в конце концов, она зажила? Можешь ты в этом году дать достойный бой на левую руку? Да, конечно, зажила. Вроде, дай бог, чтобы она меня не беспокоила. Но в последнее время не было эксцессов с левой рукой. Надеюсь, и левая рука до финалов и до абсолютной категории нормально в состоянии будет. Ну и правая тоже. Будем надеяться, что сил хватит и на абсолютку. Ты знаешь, что приезжает сюда Травис Баджент, и он будет бороться в левую руку. Именно он хоть претендует на титул абсолютного чемпиона на левую руку. Ты обращал внимание на его поединки и готовился специально под него или нет? Нет, конечно, потому что он не в моей категории, а в принципе это спортивные соревнования. Тут не может быть такого, чтобы один, кто сильнее, победил. Тут может всякое случиться, поэтому я настраиваюсь только на своих соперников в категории, а там уже как пойдет. Посмотрим. Думаю, я никого не боюсь, одно скажу. То есть ты совершенно спокойно настроена на поединок с Трависом Баджентом, если такой, конечно, до такого дойдет. Да, я с любым настроен, просто хватит сил победить, выиграю. Не хватит, там уже что-то придумать надо. Понятно.